Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня мы с вами прогуляемся к дому, который находится по адресу улица Черноморская, 19. А затем мы с вами еще выйдем на проспект Нахимова и посмотрим еще на несколько объектов. Слева от меня находится школа номер 26. Эту школу уже давно восстановили. Как видите, здесь шикарный стадион. Футбольный стадион, точнее, мини-футбольное поле. А чуть правее еще одна площадка для волейбола и баскетбола. Стоимость бензина 95-го 66 рублей, 92-й 59. Дизельное топливо 74, газ 30. Это проспект Строителей. И вдоль всего этого проспекта уже сделали шикарную дорогу. Это переулок Черноморский. И здесь возвели несколько новостроек. Проспект Строителей 3. На территории этих новостроек еще ведется стройка. Перед домом сделали хорошую детскую площадку. Некоторые квартиры в этом доме уже заселены. Вижу, висят шторы. На балконах сушатся вещи. Ну а нам с вами в эту сторону. Дом номер 19 где-то недалеко. Кстати, двор на этой территории выложен из плитки. Яркие дома, красивые. Переулок Черноморский. Здесь шикарная дорога уже. Новые ровные бордюры. Здесь возводится еще одна новостройка. А слева от нее наша цель. Дом по улице Черноморская, номер 19. Паспорт объекта. Многоквартирный дом, улица Черноморская, дом 19. Окончание строительства, 4-й квартал 2023 года.
видно, что дом очень сильно пострадал. Поэтому правую часть этого дома разобрали до фундамента и выкладывают новые стены. Напротив, один из таких же домов уже восстановлен. Черноморская, 19. В общем, друзья, в доме живут люди, и этот объект восстанавливается. И сейчас мы с вами пройдем через эти дворы и выйдем на проспект Нахимова. Проспект Нахимова, 84. Здесь в каждом доме ведутся восстановительные работы. Очень красивый дом здесь возводят. И говорят, что в этом доме все квартиры уже куплены. Напротив этой новостройки через дорогу находится Свято-Николаевский храм. Проспект Нахимова, 78. Эти дома очень старые, еще старая архитектура. На них все еще имеются орнаменты, рисунки интересные. Дорога и тротуары здесь уже в идеальном состоянии. Проспект Нахимова, 72. Обе стороны здесь везде, в каждом доме ведутся стройки.
проспект Нахимова, 68. Нахимова, 63 и 33А. Нахимова, 60. Нахимова, 58. Эта дорога ведет в порт к Мурвокзалу. Или на Стрелку. Дорога уже в идеальном состоянии. А раньше здесь были плиты, разбитые. Вдоль этой дороги уже постелили хороший тротуар. Из окон этой новостройки будет шикарный вид. Закат. Сегодня немного облачно, но все равно вид красивый. А слева можно увидеть море и, конечно же, порт. Итак, друзья, Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока.